привет, друзья! Вы на канале Green. Сегодня мы начинаем новое прохождение игры «Как достать соседа. Первый сезон». Я начинаю игру и первый сезон дома, да. Прям такая ностальгическая игра, поэтому я захотел в нее поиграть. Смотрите-ка, тут есть вот у нас много сезонов. Три сезона и пилотные серии. Сделать гадость. Любопытный сосед и подсказка. Некоторые пакости в сериях можно пропускать. Минимальная оценка 50 минут, а время у нас 5 минут. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще тип. Редко застанешь его мирно сидящим в кресле. Исключение только подтверждает правило. Может он просто затаился и что-то высматривает. Вуди это не по душе. Придется навестить соседушку. Ох, ребят. Да мне кажется... Так, на 20% у нас... пройдено. Интересненько. Ладно, поехали. Пикс. Это наш Вуди, да? Как мы понимаем. Что это? Игровое меню. Продолжить игру. Хорошо. Смотрите. А, у нас время идет. Блин, я же забыл. Ладно, ничего страшного. Пакости нам, значит, надо делать. Хорошо. Давай где-нибудь... Вот тут, я не знаю. Смотрите, аптечку. У нас есть шприц. Использует суперклей. Хорошо. Давай. А, подожди, стой. У него живот, да, болит? Значит, туалет нам пригодится. Ну, туалет. Не? Ладно, тогда давай вот в эту дверь. Рекс, испортим ему холодильник, получается. Или что мы сделаем? Смотрит телек. Значит, наш сосед. Давай, входи. Так. Холодильник. Микроволновка, я не знаю. Микроволновка. Говорят, если засунуть туда сырое яйцо, будет весело. Быстро выходим. И заходим вот сюда. Вот сюда. Давай. Быстро. Пекс. Антенку. Так, сосед что-то высматривает. Блин, давай выходи, уходи, Вуди. Так, ребят. Так, первая пакость сделана. 3 минуты уже прошло. Ладно, давай тогда холодильник. А, мы в холодильнике уже покопались. Хорошо, микроволновка. Посмотрите микроволновку. Давай. Пора... Так, ну давай. А что делать? Ну? А что... Чего? Что делать? Блин, фиг его знает, что делать. Текс, это что? Подушку-передушку. Хорошо. А, ну тогда на кресло, да, надо, наверное, подложить. Подушку-передушку, я думаю. Блин, уходи. Ну что-то будет тоже. Так, 2 минуты, ребят. Что такое-то? Так, давай, микроволновка. Микроволновка. Так. Ну. Давай, уходи. Вуди, блин, тоже дает у нас. Так, подушка-пердушка, да? Смотрите-ка. Посмотреть на кресло. Использовать суперклей. Хорошо. Уходим. Так, смотрим. Что же будет? Трикс. Мы использовали подушку-пердушку, да? Ладно. Прикольненько. Так, вторая монетка. Все, нет. Стой, Вуди. Так. Давай еще раз тогда. Смотри-ка. А, яйцо. Давай, уходи. Молодец. И вот сюда, давай. Быстро. У нас 1 минута осталась. Давай, Вуди. 2 монетки.
На микроволновку, да. Использовать яйцо. Все отлично. Так, что у нас еще есть? Бинокль. А, ну тогда уходи будем. Уходи. Так, 50% достаточно? Две монетки это как 50%, да, наверное? Честно, не знаю. Что еще можно? Суперклей у нас есть. Блин, я даже не знаю, что еще можно. Уходи, уходи. Хорошо. Ты что? Ребят, 12 секунд до конца. Ну, это он гений. Гениально. А он не может убежать? Провал пакости 3 из 4. Оценка. Я не знаю. А, серьезно? То есть, еще одна. Ух, ребята. Мы, наконец-то, так сказать, выиграли. Второй раз. Чё, опять, что ли? Это чё? Это совсем другие, да, по кости? Или те же самые? Что-то мне вообще кажется, что это... Что-то повторяется, ребят. Текс. Посмотрите аптечку. Клей. Текс. Шкаф. Прятаться в шкафу. Зачем мне прятаться в шкафу? Не знаю. Давай, выходи сюда. Так, суперклей мы используем. Тогда уходи. Так, я не понимаю, а почему мы опять тут оказались? Так, Вуди. Не-не, давай не на... Чё там? Так, яйцо. Микроволновка. Все, мы уже поняли это. Текс. Микроволновка, отлично, все. Текс. Хорошо. Текс. Так, это дверь ведет в подвал. А туда мне не пройти. Вуди говорит... А где я что искал-то? Где я что искал? Сосед уже смотрит бинокль свой. В принципе, да? Что я искал? А что это такое? Что за линейка? Не понял. Ладно. Текс. Я вышел... А, нет, стой, Вуди. Я вспомнил, что это такое. Нет, назад. Вуди, назад. Иди сюда. Сосед раздвоился сейчас. Ничего себе. Такс. Давай, две пакости, да, получается. Всё. Что это? Пианино какой-то. Уходи. Что я хотел сделать? Что есть такого классненького? Так, две звезды. Так. Ну, вроде ничего такого прям нету. Я забыл, где я взял подушку, пердушку. Так, он смотрит телек, да? Хорошо. Нет, да уходи. Это будет считаться как вторая пакость? Если я опять туалет... Ой, туалет. Если я опять сломаю антенну. Смотри на телевизионную антенну. Нельзя? Ну все уж. Нельзя. А куда можно использовать клей? Просто я реально не знаю. Стойте. Ну блин, так по логике вещей так можно было использовать клей? Нет разве? Используй суперклей с микроволновкой, да? Нет. В холодильнике у нас больше ничего нету, да? Да, нету. Выходи, Вуди. Я ж...
Вуди, уходи. Я не хочу еще раз попасться. Так. Это какая-то люстра. Что у нас могло быть? Сосед подглядывает за соседками. Хорошо. Звучит не очень, но да. Подождите-ка. Нет, стойте. А если бинокль? Смотрите-ка. С биноклем можно взаимодействовать? Если да, то это вообще шикарно. Бери, смотри на бинокль. Да. Да ну, серьезно? Я думал, с чем его можно использовать. Все, ребят, это третья пакость. Давайте вот отсюда на всякий случай отойдем. Вот сюда. Хорошо, будь. Стой. Да. Да. В принципе, это третья пакость, ребят. Неплохо. Тут присматриваться надо ко всем вещам. Комод смотреть. Что? Это что? Подушка-пердушка, ребят. Чего? У нас закончилось время. Хорошо. Чего? Чего-то мне кажется, что у нас время как раз-таки не закончилось. Алло. Вуди. Мы же это... Что происходит? Ну... Отлично. Пакости. Это у нас типа было... Что это у нас было такое? Второе. Ну. Серьезно? Да я ту самую... Ладно, ничего себе. Ничего страшного, мы переиграли просто. Вторая часть, ребят. Вторая часть. Я думаю, что тут надо сделать? Смотрите-ка. У нас, алкоголь. Посмотреть на пиво. Да, у нас тут есть пиво, упаковка пива. Что мне с ней сделать? Все, просто упаковка пива, да? В холодильнике 100% что-то есть, но мы посмотрим пока что есть в аптечке. Он хочет пиво. Он пьет как? Просто берет и пьет? Нет, он его тащит. А что надо сделать? Это что? Да, слабительное. У нас туалет. Я понял, почему надо прятаться. Я понял, почему надо прятаться в шкафу. Потому что туалет тут. Это слабительное. Ну все, я понял. Посмотреть на пиво. Да. Ух, все. Так, прячемся в шкафу. Я думаю, телевизионную антенну мы подожжем пока что. Давай. Тогда выходи сразу же. Не будем терять времени, почему бы и нет. Сколько нам тут надо? Нет, назад. А чё, в смысле? А он даже не попробовал пиво? Или я не углядел что-то? Понятно. Все отлично. Давай, уходи сюда. Нет! Да не то есть не сюда, Господи, Вуди. Переснять, конечно. Оценка 18%. Вуди. Все, теперь я понял. Так, все. Осмотрите аптечку, давай быстрее. Давай, Вуди. Так, осмотреть аптечку. Слабительное. Бежим сюда. Идем сюда. Подсыпаем в пиво его. Нет, не идем сюда. Идем вот сюда. Тут вот сейчас. Отлично, молодец. Посмотреть на телефон, на антенну. Хорошо, уходим. Идем сюда. Ох, как мы сейчас хорошо это все сделали. Так, вторая пакость. Так. Ну, посмотреть на пиво. Так, все отлично. Уходим. Я обычно прячусь. Вот, посмотрите, комод. Точно.
Что это? Использовать пилу. Чего? Использовать пилу. Для чего мне использовать пилу? Посмотреть на унитаз. В унитазе что-то можно подкинуть, ребят. Этот унитаз очень... Узкосливное отверстие. Узкосливное отверстие, что? Нет, пилу и унитаз нельзя использовать. Но, в принципе, нам надо в шкаф. Вуди. Господи, Вуди. Я просто офигею с него. Вот серьезно, ну простите меня, но я просто... Ох, Вуди. Ладно, ничего страшного. Переснимаем. Вуди. Да, еще тот-то, конечно, Вуди. Ну что... Ладно, осмотрим аптечку. Аптечка есть ослабительная? В холодильнике что-то 100% есть. Или что? Подождите-ка. Давайте сюда смотреть комод. Хотя кому нужен комод, когда есть верх и телевизионная антенна? Уходим. Хорошо, Вуди, молодец. Текс. А смотреть комод. Так, пила. Сюда идем. Текс. Смотрим. Упаковка пива. Отлично. Текс. А для чего же нам нужен... Нет, пила не нужна. К сожалению. Все, быстрее сюда уйдем. Тут ничего нету. Нет, уйдем. Уходим. Вуди. Фух, молодец, успел. Что же, я хотел... Нет, не запертая дверь. Тогда уж подвал... А, нет. Я в холодильнике хотел посмотреть что-то. Так. Давай, уходи. Так, телевизионная антенна, давай. Нет? А, у нас был уже, наверное. Ладно. Что, куда он? Стоп. Чего? Ребят, ну вы серьезно? Он прям предугадывает все мои... Еще раз. Так и там же слабительное было, нет разве? Ладно. Эта игра перевернула мой мозг. Смотреть холодильник, да? Осмотрим холодильник. Что же там есть? Яйцо. Посмотрите. Так, не тревога, говорят, если засунуть сырое яйцо, будет весело. Молодец. Ничего больше у нас нету. Бинокля нету. Да и остального, в принципе, тоже нету. Так. Так, а зачем? А зачем мне? Нет, обратно будет. Я уже думал. Ладно. Лады. Подождите-ка. Что мне надо сделать? Что мне надо распилить? Пианино, я не знаю. Так, куда мне надо идти-то? Так, хорошо. Вот сюда. Все, он там сидит. Хорошо. Что мне надо распилить-то? Нет, да, отстань. Такс, распилить. Кресло, может? Уходи. Блин, мы не успели. Обидно. Или нет? Или успели? Половина пакости уже есть, поэтому... В принципе, и не важно. Посмотрите комод, давайте еще раз смотрим. Нет ничего, да. Хорошо. Кресло. Вуди, кресло, давай быстрее. Б.
Блин, это еще и на время. Стой. Провал. Ок. Ну все равно, так, получается, мы прошли. А, нет, 49%. Вы прикиньте, 49%. А максимум 50%. Нет, я не хочу халявы, я хочу пройти. Вот, давайте тогда последняя серия. Конец серии, когда я пройду второе испытание. Посмотреть аптечку, что же это такое? Слабительное. Точно. Комод. Посмотреть комод. Пила. Молодец. Так, антенна, да, вроде? Да, антенна. Нет, Вуди, бегай. Теперь сюда. Молодец. За яйцом идем. Давай, яйцо. Так. Хорошо. Молодец. Уходим. Давай. Идем вот сюда. Ребят, ну это прям какая-то жесть. Давай быстрее. Такс. Нет. Очень печально, что мы не смогли. Но слабительное мы сейчас ему подкинем. Блин, а когда... Он должен быть в туалете, что ли? Упаковка пива. Так, отлично. Стой. Давай. Вот сюда. Он же через какой вход бежит? Блин, с самого начала, ребят. Нет. Убегай. Блин. Это получается, нам надо в шкафу спрятаться. Нет. Вот сюда надо. Где? Отлично. Кресло. Все. Я надеюсь, мы успеем. Блин, что, не успеем, что ли? Успеем. Он еще так медленно идет. Фух, ребят. Все, что ли, да? Все. Пакс вроде как сделано. Я надеюсь. Так, он пошел за пивом. Вроде как. Так, отходи. Посмотреть на унитаз. Ага, 3, ребят. Антенна осталась тогда, получается. Так, и антенна, да, наверное. А телевизионная антенна. Еще будем сейчас искать. Так, смотри на микроволновку. Нет, в обратную сторону. Он то идет, то не идет. Я не знаю, что-то еще есть. Я ж боюсь прикасаться просто. Честное слово. У меня уже запугал этот сосед. Так, в туалете посмотреть на унитаз. Больше нету ничего, на что можно посмотреть. Отлично. 4-я карточка, ребят. Или монетка, я не знаю, что это. Так. Он не ко мне. Поэтому. Телефон нет. Смотреть комод. Тоже нет. Что же может быть? Я смотрю все, что тут есть. Есть часы. Нет. Спрятаться в шкафу. В этой фигне тоже ничего нету. Стой. Ребят, я что-то я вообще испугался. Уходи, пожалуйста. Быстрее. Боже, ну... А хотя все равно, чем мне бояться там?
Ты серьезно, Вуди? Ладно. 72%, ребят. Ок, потому что он меня поймал, но мы 72% добили. В следующей серии будет сюрприз к дню рождения. Футбольный баталий, банный день. Яблочный пирог. Ну тогда давайте в следующей серии мы выполним. А, это не выполнено. Вот галочка, где выполнен. Блин, ребят, ну получается еще немного надо нам. Хорошо. Хорошо. Ох, блин. Ну, сосед, ну ты чё? Нам дают 5 минут. Вот ты не можешь... Надо было подождать, я так и знал. Надо было подождать. Посмотрите аптечку. Посмотрите комод. Комод. Такс. Блин, вот мы так вот хорошо шли с вами. Да. В принципе, нам больше ничего не надо. Идем. Отводим слабительное. Он идет в туалет. Мы. Берем сразу же яйцо на всякий пожарный. Так, сразу двойное, так сказать. Все, Вуди, уходи. Так, я думаю, вот сюда, да, куда-нибудь? Нет, не сюда. Так, к пиву ты идешь, сосед? Да, он идет к пиву. Тикс. Он идет к пиву. Так, хорошо. Телек все так же не работает. К сожалению. Поехали. Давай быстрее. Быстрее сюда. Сюда. Давай. Господи, Вуди, ну... Мужик, ну ты чего? Ну, боже, ну мы не успеем теперь. Вуди, это просто, это что-то. Это что-то с чем-то. Он не идет к нам, ребят. Неужели успеем? Да ладно, мы успели. Вот это класс. Классика. Я даже не ожидал, что мы успеем, потому что это было реально тяжело уложиться в такой крайний срок. Но ничего страшного, мы... Да, уходим быстро. Хорошо, сюда. Так, телевизионная антенна. Нам и нужна как раз таки телевизионная антенна. Я не знаю, что тут еще, какое счастье тут ловить. Нет, Вуди. Тихо, Вуди. Так, давай тут просто походим. Теперь уходи. Отлично, на нижний этаж. Так. Что у нас тут еще есть? Я даже не знаю. 4, ребята. 4. Так, спрятаться в шкафу. Я даже не знаю, что тут еще делать. В унитазе что-то есть. Узкий проход. Это на что-то намекает. Ну, что тут подсыпать можно в унитаз? Или что-то еще сделать? Я не знаю. Посмотрите аптечку, давайте еще раз. Нет, он попил пиво. Так что пускай. Уходит. Давай, беги. Текс. И еще раз повторяюсь. Я пройду Cuphead. Нет. Не пройду. Я скачаю его. Cuphead. Если будет 1000 лайков на предыдущем ролике про Бориса, который заменяет Cuphead'а. Я, кстати, постарался над ним довольно-таки. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы проходим «Привет, сосед». Ой, «Привет, сосед». Кстати, «Привет, сосед» довольно-таки похожая игра своим принципом. 36 секунд, ребят, я не буду рисковать. Я просто посижу. Да, звук, смех на фоне — это вообще классика. Из Воронина.
Вообще класс. Респектуем. Так, все, выходит 20 секунд, да, осталось? Куда он идет? Куда он идет? Ребят, это просто какая-то жесть. Я на всякий... Он подсыпает сам себе. Ладно, ребят, тогда выходим. И... Фух. Да, ок. Ребят, наконец, на две, смотрите, на две части мы прошли у телеэкрана. И сейчас я, кстати, прочитаю, я не прочитал. Соседушка в любимом кресле. В воскресенье отдых. Сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке. Во время от времени он заставляет себя вставать и тащиться к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди улучшить момент для пакости? Поживем, увидим, решает Вуди и незаметно пробирается в дом. Следить за тем, о чем думает сосед. Так вы поймете, куда он вот-вот отправится. Ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал. А с вами был Кассида Грин. Это была игрушка «Как достать соседа». Всем удачи и всем пока!